Добрый день, с вами Ирина Багнюк и канал «Усадьба Багир». Сегодня продолжаем работу с нашим лимоном. Смотрите, как он оброс. Хорошо оброс после предыдущей обрезки и выноса на улицу. Он сейчас на улице стоит. Несмотря на странную погоду, то жарко, то холодно, он вот обрастает и даже цвести собрался. Вот. Он вроде бы немножко, то есть видите, побеги небольшие, только очень вот на высоте где-то, да, большие. Остальные небольшие, казалось бы, рано его сейчас резать. Тут еще много что пробуждается, много вообще малюсеньких, да, вот здесь вот малюсенькие. Но надо именно сейчас обрезать, потому что, чтобы поддержать эти малюсенькие. Вот, смотрите, вот этот большой, вот он, отсюда до сюда он вырос. И вот еще маленький, вот небольшой. Вот чтобы они росли, если они нам нужны, то надо вот то убирать. Поэтому сегодня мы этим и займемся. Начнем мы сегодня со спины его. Вот смотрите. То есть к чему мы сейчас идем, что мы делаем. Да? Мы уходим от очень длинных ветвей, вот толстых, одной толщины, ну или просто довольно толстых, вот здесь. Вот смотрите, вот она, да. Вот, просто очень-очень длинных сюда. Ну незачем, он тут будет расти, он сюда дальше будет расти. Чем длиннее у нас ветви, тем визуально нам кажется ствол, какой бы ни был, он кажется визуально меньше. Чем короче у нас ветви раньше заканчиваются, тем визуально нам кажется, что наш ствол поинтереснее и пошире, мы его больше замечаем, мы не видим все вот это огромное. Поэтому мы сегодня вот именно с этими какими-то большими толстыми будем уходить. То есть вот на ее примере видно хорошо. Нам нет смысла вот ждать вот тут, пробуждать вот здесь. Он будет тратить на это силы, пускай они пойдут на лучшее пробуждение, чтобы не упали вот это, вот тут рядом, вот малюсенько. Может, какая-то из них будет и не нужна. Но это будет видно уже позже. Поэтому сейчас мы их обрезкой вот этой лишнего мы их поддерживаем. Сейчас мы вот самые большие так поубираем, и потом будет дальше. Вот у нас со спины это видно, это у нас в середине. У нас вот это была вершина, да? Вот она у нас была, вот она шла. А теперь у нас прекрасная выросла вот эта веточка. И изгиб у нее лучше, он чуть-чуть назад. Да? И он будет лучше, то есть вот лицо, смотрите, вот это вот лучше вершина, чем просто вот это вот толстенькое, ровненькое. Вот мы ее и убираем. Вот. Тут сегодня придется немного с небольшими пенечками, чтобы просто не зацепить вот все эти маленькие. Вот это рядышком может тоже убираться, смысла на нее тратить силы тоже нет. Пенечек потом буду убирать. Они пока довольно хрупкие, могут опасть. Дальше. Вот у нас длинное. Вот тут малюсенькие. Вот малюсенькие оставляем. Это убираем. Длинное, сильное. Мы столько сильно много убрали. Значит, расти будет та маленькая. И что-либо пробудится еще здесь. Так. Вот здесь, вот эту ветвь, пока мы сейчас срежем вот так, и надо ли ее дальше или нет, будем смотреть вот с этой тоже. То есть, чтобы хоть как-то у нас было гармонично, она наверху, и это мы будем чуть-чуть еще так соизмерять. Так, то есть пока убираем все вот это вот толстое. Вот ветвь у нас, вот смотрите, она вот так идет сюда. Потом сюда. Не очень хорошо. Он малюсенькая, рядышком с ней растет. Вот, чтобы эта малюсенькая могла расти, а не вот эта, которая еще цвести собралась, мы вот так ее убираем. Пеньки потом, не смотрим на них. Так. Сейчас, секунду. Ой. Это какой-то малюсенький где-то упал. Интересно. Надеюсь, не там, где был нам нож. Да, там. Вот он на паутинке сломался. Ну ладно. Что ж делать, бывает. Так, идем сюда. Здесь вот это вот уберем. Уберем. Вырастут новенькие там, где упали. Он умеет их отсушивать. Вот это мы... Вот эту мы уберем совсем. Вот, чтобы у нас не было три, будет две хорошеньких. Угу. И что еще? Вот на этой ветви нам что-либо нужно. Длинная, пустая, нам надо что-то пробудить, поэтому просто убираем новый
новый прирост и ждем, что либо тут пробудится. Вот здесь вот какая-то там точечка есть. То же самое делаем вот тут. Опа. Она даже, хотя она еще ниже, вот сюда. Потому что они тут спорят между собой все. Так. Так. Теперь уже начинаем какие-то длинные вот новые выросли. Мы их сокращаем немножко, чтобы они ветвились. Вот эту тоже, чтобы она не решила, что она у нас вершина, сокращаем. Вот здесь тоже. Так. То есть постепенно мы ветвим все больше и больше какие-то маленькие. Вот это у нас. Ее надо, конечно, сокращать. Она пытается уйти в общую крону, а не быть ветвью. Она вот тут ничего не выпустила. Но она живая, такая хорошенькая. Так что вполне возможно пойдет в рост. Мы здесь сокращаем. Сокращаем. Оставим по паре листиков. Вот так. Просто потом вот эта часть вообще уйдет. Сюда не надо. Вот это вот хорошо, а это не нужно. Но чтобы она была живая и начала там расти, нам надо что-то оставить. Ну вот, все. Все, на данный момент с ним все. Угу. Угу. Так. Вот. Вот лицо вы сейчас видите. То есть у нас пока что минус вот этот опорчащийся ветвь. А вот эта часть уже такая более приличная. Вот, и сейчас он пойдет дальше в рост. Есть некоторые, вот это, такие непонятно живы, не живы, ну, они живы, но они ничего пока не пробуждают. Может быть, сейчас пробудят что-либо, будет неплохо. Пойдет сюда куда-то, куда-нибудь в бок, в сторону веточка, это будет хорошо. Так что оставляем, потом со временем будем сокращать здесь. Может быть здесь, но здесь не хочется ее сокращать сильнее, у нас будет она заканчиваться веточкой в лицо. Вот когда вот там вот тут веточка, вроде там есть почка, когда она вырастет сюда и это будет, то вот эту вот часть мы уберем. То есть так вот постепенно мы пробуждаем на вот этой вот более старой древесине и получается вполне интересно. Все? Отправляется обратно, пока что не будет пересаживаться, пока что он растет в этом грунте, чувствует себя хорошо, прирост показал, так что пока остается, подкармливается и живет на улице. Все, подписывайтесь на канал, увидите продолжение. Удачи!